Работа его, работа правительства, это безусловно выполнение поручений президента по обращениям граждан и поручений главы по обращениям граждан. То есть вся эта работа находится на контроле, мы всем занимаемся и, соответственно, всю работу свою, и которая была и в обращении по исполнению этих решений, которые были в прошлом году, и которые будут предстоит, она вся будет перекликаться с реализацией просьб, инициатив в каждом конкретном жителе республики. Соответственно, мы сейчас анализируем исполнение поручений тех, которые нам были даны правительству в декабре 2016 года. Соответственно, самые важные вехи, на мой взгляд, это завершение программы переселения из аварийного жилья. Вы знаете, у нас целый микрорайон уже построен, это глобальная стройка, это завершение строительства школы, тоже справились. Есть еще ряд поручений, связанных с макроэкономическими показателями, с другими показателями, но опять же, все это будет и сейчас уже делается, и будет делаться, исходя из интереса каждого конкретного жителя республики. Поэтому мы в таком формате и двигаемся, и будем как бы свое движение в этом формате и доводить до совершенствования, и все просьбы и поручения исполнять. Спасибо.